Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, камрады, это канал Morgan Games. Мы продолжаем проходить Ведьмака, и сейчас нам нужно попасть в кладбище на болотах за Старой Вызимой. Но сначала давайте узнаем, что мы в Старой Вызиме уже действительно все выполнили. Так, нам нужны еще зубы для дантиста, еще неизвестно, где их искать, пока это понятно. Здесь ничего. В общем, Шани пошла на болото в пещеру друидов, чтобы помогать там беженцам. Нам туда тоже надо. Доспехи искать тоже ворона на болотах. Стрейгу тоже возле часовни на кладбище у болота. Контракт на Брукс, скорее всего, это на болотах. Пиявки тоже болото. Так. Далее, контракт на что? На цеметавров. Надо зайти к беженцам за вознаграждением, а беженцы тоже на болотах. Кулачный бой, я должен встретиться с учителем скалы у кладбища на болот. Тоже, короче, туда все. Это тоже туда. Я так понимаю, что действительно, короче, все дороги ведут на кладбище на болотах. Давайте посмотрим, что у нас из вещей есть такого, что можно кому-то сплавить. Ничего нельзя сплавлять. Давайте что-нибудь поедим туда. Немножко наш инвентарь освободим. Виноград, малина. Запьем водичкой. Ну и, в принципе, можно в путь отправляться. А где эти болота-то? Подожди. Это нам сюда, пролом к стене. Значится, нам сюда. Тут, думаю, вы и без меня все справитесь. Уже. Там я не пройду, мне кажется. Здесь... Подожди, а как же мы шли-то? Что-то я уже немножко призабывать стал. Тут прохода нет, надо идти сюда. Вот тут стоит этот Жан-Пьер. Ему пока ничего нельзя отдавать, а ну подожди. Да! Ты вывесил объявление. Про вампириц, да? Тебе удалось их убить? Кровь принес? Нет еще. Ты должен доказать, что убил как минимум 6. Короче, кровь 6 Брукс ему нужна. Ну, пошли на болото. Там уже все твари, там прям рассадник этих тварей. Вот и болото. Подожди. Старый краснолюд. Эльфы, молодая эльфийка. Чё вы здесь забыли, ребят? Кто нам поможет? Почему они так поступили? Город горит. Мы пропали. А, они типа от войны убегают. Город-то горит. Там воевали эти же орденцы с краснолюдами, с эльфами. И эти оттуда удрали. Ну, начинается. А, у нас же есть, по-моему, такие ценные полезные вещицы, как амулет против привидений, отпугивающие привидения, мешочек с солью. И красная лента, амулет, отпугивающий утопцев. Это очень полезная штука. На болотах нам поможет. Можно с утопцами не сражаться. Можно просто мимо них пробегать. Это хорошо. Давайте исследовать болото. Конечно, исследовать такую гадосливую локацию как-то не особо. Но давайте посмотрим сперва на карту. Это проход, это пещера друида. Вот, здесь где-то находится Шани. Пещера беженцев. Гробница ворона. Туда нам надо. Лагерь беженцев. Склеп Стрыги и пещера беженцев. Еще одна пещера беженцев. А Стрыга здесь. Ну, давайте сперва навестим Шани и друидов. Где-то пещера... Блин, хрен же тут найдешь. Наверное, с той стороны надо оббежать. И там оно все и будет. Что такое? А вот пиявок надо убить. Блин, задело чуть-чуть. Ну я ж отхожу от... такое на безопасное расстояние от взрыва. Все равно задевает.
трупный яд, язык плавуна, это нам не надо. Нам надо пиявка. Где пиявка? Здесь. Кристаллы Альбара и кровь пиявки. Так. Зайдем-ка мы сейчас в пещеру. Это пещера, нет? Нет. Подожди, а где пещера? Да что такое? Кто? Еще пиявка. Тут же уроды. Давай хлебушек поешь. А какого это хрен ты меня атакуешь? У меня стоит амулет. Нифига себе. Ну ладно. Как насчет так? Видимо, утопцы и плавуны на этих болотах настолько потеряли страх, что уже атакуют тупо. Даже если защита стоит. Им по барабану просто. Блин, их тут много, их тут они везде просто. Их тут не успеваешь просто всех валить, понимаешь? Я не могу понять, где наша пещера, куда нам надо. Сзади уже где-то осталось. Подожди, сюда надо идти. Так вот, она похожа на пещеру, но это не пещера. А где тогда пещера? Сам черт на этом болоте ногу сломит. Ну, вот тут где-то. Подожди, костер, останки, что это, пещера? Где останки? А, жесть какая. Я не знаю, ну походу с той стороны тогда получается надо заходить. Но поиски этой пещеры что-то у нас занимают слишком много времени. Как-то это нехорошо. Обычно я эту пещеру сразу нахожу. А сейчас что? Вот сюда куда-то надо идти, да? Тут останки. И вот, может, так как-то обойти. Ход в пещеру. Аж здесь, ну прикол. Какие же это гадостливые болота? Вот те болота, которые были за храмовым кварталом в Изиме, были намного лучше, чем вот эти. Намного приятнее были. А эти какие-то вообще просто ужас. Да вся эта глава какая-то неприятная. Ну конечно, мы расслабились, отдохнули в этом в темноводье, а теперь все. Теперь больше расслабона не будет. О, Шани. Здорово. Геральт. Ты достала лекарства, которые тебе нужны? Приходится ждать. Готовить лекарства еще сложнее, чем варить зелье. Помощь нужна? Нет, я справлюсь. Иди, спасай мир. Доброго здоровья. Доброго здоровья. Ты как старые люди говорят обычно. Доброго тебе здоровечка, там, знаешь. Город горит. Мы пропали. Это все беженцы, краснолюд, молодая эльфийка. О, старший друид. Кузен Корбин. Главный королевский ловчий, прикол. А этот нигде не пропадет, слышь, короче, он тогда в этом, в предместьях нормально обжился, потом обжился в купеческом квартале нормально. Сейчас тоже будет, небось, контракт на каких-то тварей именных заказывать, а ну подожди. Приветствую вас, господин Гер. Здрасте. Зачем ты здесь? В Изиме бунт, люди убивают друг дружку. Мне это неинтересно. Сюда убегают невинные, друиды принимают их. А я помогаю им и при случае защищаю. Вот это нормальный чувак. Вот всегда его за всю игру уважал. Ты защищаешь изгнанников? Да. Возлюби ближнего своего. Ты поклоняешься вечному огню? Честно говоря, нет. Но я предусмотрителен, и несколько добрых дел мне не повредят. Я могу чем-то помочь? Говорят, опасные чудища завелись около склепа на болоте. Еще что-то знаешь? Поговаривают про огромную летучую мышь и про женщину-вампира. Можешь этим заняться? Что еще можешь рассказать? Спрашивай, ведьмак. Прощай. Короче, на болотах завелись именные твари. Один из них, скорее всего, Гаркаин или же Фледер. А второй, точнее, вторая, это Брукса. Пожалуйста, передай моей кузине, что мне нужны деньги, чтобы добраться домой. Не знаю, о чем ты говоришь. Ты
Ты найдешь Антуанетту при дворе короля. Умоляю тебя. От этого на милю разит политическими интригами, а я не вмешиваюсь в политику. О, никогда уж не увижу я моего прекрасного Тусента. Ладно, ладно, тебе что ты? Здесь тоже хорошо. Ну, может, не так хорошо, как в твоем Тусенте, но тут хотя бы тепло, он костер. Шани ходит, посмотри на Шани. Так. Шани, а что ты за мной-то ходишь? Уже все, мы с тобой поговорили, договорили, все, нам с тобой делить нечего. Где старший друид? А вот верховная — это два старших. Чего тебе, путник? Жопа чешется, я смотрю. Что вы тут делаете? Мы протестуем против вырубки леса и уничтожения вымирающих видов. Не лучшее для этого время. После бунта мы поведем наш зеленый марш к подножию королевского замка. Мы будем протестовать до тех пор, пока король нас не услышит. Мы уже придумали свои кричалки, вроде «Ради прогресса нет вырубки леса» или «Защитим права животных». Я бы вам посоветовал отложить протесты на неопределенный срок. Природа вопиет о помощи! У вас есть товары для обмена? А ты достал петрушку, камни, платки и шали или белые розы? И что с того, если я достал даже? Не, потом. У меня для тебя нет. Значит, не морочь мне голову. До свидания. До свидания. Прощай. Давай лучше поторгуем с тобой, у тебя же там есть что-то на продажу. Чего тебе, путник? Вот здесь у тебя чего? Проклятие цивилизации. Книга о чудовищах, возникших в результате разрушения природной среды. Значительная часть этого научного труда посвящена Риггерам. Давайте купим, почитаем про Риггеров. Тем более, это нам пригодится в будущем. Минерал? Нет, не надо читать. А что нам скажет наш... Подожди, а где он уже? Верховный друид, это ж... А, вот он спит. В чем дело, путник? Что вы тут делаете? Мы протестуем против вырубки леса и уничтожения вымирающих видов. Сейчас не самое... Мы будем протест... То же самое, да? Да. Я слышал, вы платите за кровь пиявок. Так и есть. Мы хотим истребить этих тварей. Они угрожают экосистеме. Нам нужно 10 порций крови. Вот 10 порций. А ты надежный парень. Вот твои деньги. Спасибо. Как по мне, так лучше бы одному друиду, этому верховному, дали все реплики, скажем там, про те протесты, короче, про кровь пиявок и про и значок торговли, чем разбивать это на двух друидов и непонятно, к кому обращаться, и все говорят одно и то же про протесты. Это как-то не продумано. Так, теперь читаем же про Риггера, да? Давайте одну грушу съедим, а то у нас их уже 10 штук, чтобы там черви не завелись. Проклятие цивилизации. Риггер. Яд Риггера. Яд ужасного Риггера. Нифига себе яд. Угу. А где наш Риггер-то? Риггеры живут в отбросах, в канализации или на мусорных кучах. Риггеров следует ликвидировать, пока они еще молодые и маленькие. Взрослый риггер — опасный противник даже для ведьмака. Чтобы убить риггера, нужно сперва лишить его щупалец. Риггеры — самый лучший пример чудовища, которое приспособилось жить в человеческих поселениях. Эти твари питаются отбросами и мусором, которые производит город. Так что им не приходится охотиться или бороться за существование. Они просто растут и постепенно становятся опасны для людей. Это еще раз подтверждает тот тезис, что разрушенная природная среда в будущем за себя отомстит. Поэтому я еще раз призываю, уважайте природу. Да, иначе риггеры всем дадут трандюлей. Что теперь? Здесь, походу, больше ничего нету, да, в этой пещере, я так понимаю? Никаких ответвлений? Стой.
Кажется, никаких. Смотри, обычная пещерка. Тут как бы... там завалы. Тут тоже завалы. Ну все, здесь нам ловить больше нечего, я так полагаю. Можно отсюда убираться. Идем дальше. Так, что теперь? Куда теперь? Теперь давайте пойдем в пещеру беженцев. Это нам надо уйти вот так вот. Вот так вот. Птички летают. Так, сюда. А, пиявки эти мне уже не страшны. И не нужны, так сказать, уже все с них взяли, что нам надо было. Пещера где-то здесь. О, вот она. Только тут нам мешают. Отойди, будь так добр. Давай, Геральт, заходи, что ты стоишь? Как не родной. Так, а здесь у нас кто? Кузен Бюзе. Еще один кузен, которому, видимо, тоже нужна наличка, чтобы добраться до родного Тусента. Скорее всего, это все кузены, они типа родственники. Только почему-то разбросались по разным пещерам. Видимо, или ругаются, если оказываются вместе, или же, скорее всего, просто опасность их разделила, и не могут пойти пока поодиночке пойти друг к другу. Так, 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 так. Здоров. Опять ты? Чего тебе? А чё опять я? Гонец так и не появился. И скорее всего не появится, если ты будешь тут торчать. Уходи. Короче, непонятно, чё опять я, и когда мы с ним уже виделись, чё он от нас хочет, этот кузен Бюзе. А что здесь? Коридор, блин. А у нас кошка есть? А у нас кошки нет. Ну, зато у нас есть факел, да, по-моему? Как его экипировать? О! Тут ничего нету. Так, что дальше здесь у нас? Здесь ничего, здесь грибочки опять. Повсюду грибы. А, так это пещера какая-то. Бесполезная для нас. Тут никого вообще нету и нечего ловить. Нечего здесь взять. Только спит один кузен Бюзе. Ну ладно, спи, кузен. Высыпайся. А я пойду дальше. Странно, конечно, такая пещера попалась. Конечно, на самом деле там надо было поговорить с Антуанеттой при дворе короля. Там была одна из придворных дам, короче, надо было с ней поговорить. Она бы сказала, передай моим кузенам там деньги, по-моему. Я бы тогда бы передал бы обоим. Получается, Антуанетту мы не класснули на нее, мы там просто нету как бы имени Антуанетта. Там есть имя, типа звание, аристократка. И все. Я забыл на нее класснуть, потому что подумал, что это не важно, все. Ну и как бы вот все, мы проморгали. Ну такой, квест, конечно, побочный, не особо интересный, но тем не менее. Ладно, пофигу. Поэтому на заметку тем, кто будет потом удивляться, что это за кузены такие, почему они уже от меня ничего не хотят. Когда окажетесь в замке у короля Фольтеста, да, то клацайте на аристократок. Возможно, вы попадете на ту самую Антуанетту и там уже разберетесь с этим квестом. Так, гробница ворона здесь. Гробница у ворона. Давайте посмотрим, что там она уготовила нам. Плавуны опять. Вход в склеп. Здесь. Ай, засранцы. На. Все, отвяньте от меня. На! Ну-ка, идем сюда. Гробница ворона. В
Блин, тут же все завалено нахрен. Может, там есть костер, чтобы помедитировать? Я слышу голоса за этой стеной. Там что-то есть. Голоса слышишь? Охотник за сокровищами. Большая гробница. Если бы тут найти костер бы и помедитировать, то было бы круто. Ну да ладно. Должно быть, вас послал вечный огонь, сударь. Как вы сюда попали, добрый человек? Я искал могилу ворона, великого воина, в которой хранятся несметные сокровища. Нашли что-нибудь? На меня напали ужасные монстры. Потом начался обвал, и меня чуть не засыпало. Если бы не вы, милздарь. Быстрее, пока путь свободен. А я посмотрю, что там за монстры. Монстры там самые разнообразные. Это же гробница ворона. О, тут тоже завал был. Костер, подожди, его же можно разжечь и помедитировать здесь. И вот здесь мы себе наконец-то сделаем зелье. Смотри, как темно здесь. Этот ушел, а мы тут остались. Только один костер нам тут освещает. Это такой маленький участок. Это, блин, аж страшно. Один на один с гробницей и теми тварями, которые здесь обитают. Так, давайте таланты повышать. Из талантов давайте себе повысим... Блин, а что еще нам дают бронзовые? Что мы еще не повысили за бронзовые эти медальки? Уже нечего просто повышать из бронзы. Уже как бы все проклацано, все повышено. Не знаю даже, что повышать. Разве что Квен, разве что... Ну, если мы уже начали Аксий, давайте Аксий до ума доводить. Далее повысим себе Аарт. Вот так. Было бы неплохо себе еще повышать силу. Здоровье плюс 2 за каждый уровень персонажа. Сопротивление нокдауну. Броня плюс 5. А что ловкость дает? Так, атака. Длительность воспламенения вызываемого противника. Минус 50. Вот это хорошая будет способность. Надо ее включить. Далее. Иммунитеты к воспламенению, оглушению. Повысим ловкость. И повысим, наверное, силу. Повреждения, отражение удара, здоровье. Всякие там сопротивления. Это будет полезный дар. И теперь сделаем себе кошку. Потому что как-то без нее путешествовать по склепу нехорошо. Кошка. Слюна Гаркайна, плоды Балисы. Давайте вместо слюны Гаркайна что-нибудь другое. То, мне кажется, слюна нам может еще пригодиться, хотя может уже и нет. Так, все. Еще разик. Думаю, пока что с нас кошек хватит. Все. Так, ну а теперь давайте тогда займемся исследованием гробницы ворона. Вот наша кошка, у нас еще есть филин один. Его пока применять я не буду, это на потом. Давайте нанесем рунный камень Бода, который увеличивает повреждение на плюс 20% на наш меч серебряный, вот так вот. Это может нам пригодиться. И теперь кошку выпьем. Все, как бы тут хорошо все. Давай что-нибудь покушаем. Запьем все пивасом, чтобы нам удача улыбнулась. Ну и погнали. Гробницу ворона исследовать.
Оп, начинается. Призраки, фледеры. Сколько вас тварей. Тихо, спокойно. Фледер, иди сюда. Уделал. А призраки нас же боятся, у нас же амулет. Это вообще хорошо. Загоняем его в угол. Куда? Куда ты спешишь? Давай. Вот так. Блин, пока они, блин, от нас бегают. Лучше бы они, конечно, нас атаковали. Так бы мы держали бы их всех поблизости, и было бы легче от них избавляться. А так они от нас сваливают. Ну да ладно. Уже как есть. Пыльца смерти. Эктоплазма. А зачем оно нам надо? Оно нам не надо, в принципе, уже. Толку от этой пыльцы нету особого. По контракту мы уже, по-моему, ее никому давать не должны, так что нормально. Клыки Фледера, лимфа чудовища, крылья. Ну хрен его знает, крылья нам не надо. Мы от них в свое время избавлялись, я помню. Арены — это хорошо всегда. Что здесь? Ого, сука, мышей, точнее крыс. Так, здесь у нас Фледер. Так я и знал, голубчик. Давай, давай, давай. Давай. А много их здесь? Одни Фледеры. Тихо. Нифига себе. Нет, ребята. Так дело не пойдет. Да сюда иди, ну, куда ты бежишь? Давай, давай. Еще один. Давай связку хорошую проведи. Не надо кричать, все нормально. Так, теперь... О, пивас. Восполнили запас. Пивас, восполнили запас. Здесь что, сундук есть? А в нем ничего, в нем шиш. Дырка от бублика. Блин, крылья, нахрен нам крылья? Надо их выбрасывать. А подожди, а что не выбираются и не выбрасываются уже? Хрен бы вас знал. Не понимаю, зачем я клыки забер... Что это такое? Подожди. А, мембрана с крыльем. Нафиг надо. Все верно. Клыки забираем пока. Не знаю, правда, зачем. Куда, может, кому-то продать, но... Толку продавать, у нас и так бабла уже куча просто. С деньгами мы пока дружим. Я так понимаю, до конца игры уже будем с ними дружить. Так, тут ничегошеньки. И здесь куда... Получается, тут тоже завал, тут тоже как бы ничего. Ладно, это часть склепа, получается, как бы... Пользы нам не принесла, кроме того, что только фледерами нас накормила. Дальше тогда пойдем от костра вот сюда. Что там такое уже? Фледеры опять, да? О, 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 вы чё, ребята, вы чё? Окружили нас? А я так. Ледеров даже оббирать не собираюсь. Подожди, какие у нас контракты остались? Контракты, контракты. Остались контракты на Брукс, контракт на Цеметавров. Уже этот надо отдать. А Брукс, только еще надо добыть их кровь. И все, и больше никаких контрактов. Поэтому смело никого не оббираем, просто идем, всех валим. У нас смысла уже нет.
Давай, давай, давай. Он там догорит. Да сколько вас, ребята? Да сюда иди, ну. Да ну, ребят. Ого. Многовато вас, однако. Давайте так. Да куда ты от меня валишь? Ну сюда, ну куда ты? Чё ты как стесняешься, что ли? Давай, 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 Геральт, вали. Главное, зажимаем их в угол и потом уже убиваем. Давай, давай, давай. Скотина. На. На. Еще один остался здесь. Ну! И вот тут один. О! А этот стал борзым! Нормально, он, короче, понял, что если стоять на месте, то погибнет так же, как все его эти товарищи. А тут решил, не-не-не, я не тут что было, я буду отбиваться. Вы чё? Сколько вас здесь? Ребята. Не хватит ли? Ты что, куда ты? Ну стой! Стой! Стой, говорю! Ну куда ты бежишь-то? Напялил на свою голову амулет. Давай, давай, Геральт! Ну, ё-моё! Всё! Это, надеюсь, последний был, да? Я так надеюсь, потому что уже сколько их может тут валить в этом зале. А больше в этом зале никого и нет, смотри. Никого, ничего, ни сундуков никаких, только куча призраков. Куда? Зачем? Зачем я сюда шел? Ножка. Кто додумался положить ножку мясную в сундук? Подожди, а как мы шли-то, собственно? Мы тут завал, да? А сюда, если я пойду... О, там гробница находится за тем завалом, но сперва пойду сюда. Осмотрюсь. И снова призраки, да? Ох, ребята, ребята. Слышь, давайте амулет снимем и сразимся на равных. Давайте, все, я амулет снял. О! Вот это мне уже нравится. Так, давайте, подходите все. Так. Это мне уже нравится, давай, Геральт. Это будет куда быстрее, чем если бы мы стояли, щелкали клювом и заставляли их от себя убегать. Так, теперь сюда. Повысили Игни. Бутер не могу уже съесть. Давайте снова напялим этот наш талисманчик. Скушаем заплесневелый бутер. Хотя Геральт уж по барабану, у него ж к нему ж зараза никакая не пристает. Он же ведьмак. Та-ран-та-та-та-там. Сухофруктов поедим. Все, порядок. Двуручный стальной топор. Не, я такого не использую, я ведьмак. Мне топоры ни к чему. Получается, все, мы тут обходили. Теперь получается надо вернуться сюда, сюда и пойти теперь к завалу. Там за завалом будет уже наша, наконец-то, долгожданная гробница. Так, 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 так. Сюда нам надо. Призраки, 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 тихо. Коль вы здесь, я сниму амулет. Только давайте, чтобы вас так побольше навылазило, желательно. А там кто? А, тут фледеры еще зажали меня. Нате!
сразимся. Давай, давай, давай. Хорошо. Еще флейдер. Хорош. О, подожди, это кто? Василиск. А ты здесь что забыл, голубчик? На и тебе. Тоже наподдадим. Шкура Василиска нафиг она нам надо. Хотя давайте возьмем. Мы ж как всегда все набираем побольше всего. Чтоб побольше все в дом. Зеленая плесень. Так. Вот и гробница. Мы нашли остатки доспехов ворона. Высококачественный наплечник, наручи и латная рукавица, изготовленные по очень сложной технологии. И еще нужны мне записки эльфийского менестреля. А это книга грома, которую мы уже, кстати, читали, поэтому оставим ее здесь. Зачем она нам надо? Куда она нам надо? Кому продать? Ладно, оставляю здесь, чтобы не тягать все с собой. В общем, так. Мы нашли наплечник какой-то, его можно, видимо, как-то перековать, может быть, сделать из него более такие легкие доспехи для Геральта, как бы. И еще надо записки эльфского менестреля, чтобы узнать, как именно перековывать, наверное, и какое там, типа, магическое должно быть составляющее для создания этих доспехов. Вот, пока что можно отсюда выбираться, с этой гробницы, мы тут все уже исследовали. Давайте выберемся отсюда и будем закругляться. Так. Оп! А на обратном пути нас поджидал флейдер. На. Отдыхай. Все, нам сюда. Ну вот мы вышли, а на болотах начинает потихоньку вечереть. Уже вот смотри, уже 19:30, скоро будет ночь. Навылазит еще больше всяких тварей. Именных тоже, которых нам надо будет убить и доставить призы королевскому ловчему, забрать свои деньги. А пока что оставайтесь с нами, с вами был Морган, всем удачи и до новых встреч, всем пока-пока. What can I do?